Всем привет! Рада приветствовать вас на канале про IKEA. Мы с вами находимся в нашем офисе службы доставки товаров IKEA в городе Саранск. Сегодняшний наш обзор посвящен такому обычному и очень популярному предмету, без которого, пожалуй, не обходится ни одна кухня. Это вот такое вот сито для муки «Идеалиск». Знакомый звук, согласны? У многих, я думаю, дома оно есть, и не обязательно, что из IKEA, потому что данный товар, как оказалось, производят сейчас и продают, но практически все, кому не лень. Кстати, вот такой вот собрат икеевского сита на сайте AliExpress стоит 167 рублей. Это самое бюджетное сито из всех, которые, вот, ну, промониторив информацию, мы нашли в интернете. При этом мы нашли и очень дорогого собрата, точно с такими же характеристиками. Это сайт ozon.ru, популярная марка кондитеров «Доктор Окер». Это сито за 1600 рублей. При этом IKEA умудрилась обскакать всех. Вот такое вот сито стоит в IKEA всего 149 рублей. Давайте выясним теперь, почему же ценник в IKEA ниже, чем на самом популярном китайском ресурсе. Да, казалось бы, на AliExpress по умолчанию дешевле товаров не найти, чем там. Икеевское сито. Рассматриваем его подробно и детально, что из чего оно состоит, плюсы, минусы и так далее. Вот это сито. Продается оно в IKEA уже более 8 лет. За эти годы были внесены небольшие изменения в конструктив. Значит, сейчас расскажу, что изменили. Изменили вот эту часть, теперь она пластиковая, из такого хорошего плотного пластика. Сжать его, ну, нереально, у меня не получилось. Хорошей, комфортной крутки. Дальше. И потерпел изменение сам механизм сита. Значит, была изменена пружина, и вот эта вот неподвижная часть, она стала немножко по-другому располагаться. Вот видно вот эти вот выпуклости. Вот в них вставлена неподвижная часть, как бы в распорку вставлена, и вот это не дает вывалится самому механизму, ни пружине, ни вот этим лопастям. За счет этого сито стало служить гораздо дольше. Почему это было изменено? Раньше клиенты жаловались, и у нас, кстати, такое было в самом начале нашей работы, что вот эти части, то есть в процессе эксплуатации, они просто выпадают. Мы несколько раз в IKEA отвозили данное сито по гарантии. Еще именно по конструктиву. Смотрите, на самом сите нанесены обозначения 250 грамм и 125 грамм. Причем они нанесены не просто, а нанесены со стрелочкой. И, я думаю, вот так вот видно хорошо. Вот эти вот части, да? То есть это не просто декоративная полосочка, что у нас такое сито красивое. Это у нас дополнительное ребро жесткости. И еще смотрите. Вот так вот видно. Видите, вот эта вот выемочка, да, первая и вторая вот там в глубине. Что они значат? Ну, согласитесь, неудобно, когда вы, допустим, работаете с ситом, да, сеете, и вот сюда вот вглядываться, где у вас, то есть докуда у вас дошла мука. У вас есть строгое ограничение. Вот это у нас, покажу еще раз, это 250 грамм муки. Нижняя – это 125 грамм муки. То есть, условно, нужно отмерить 125, отсеяли до второй риски, все, нужное количество у вас ушло. А теперь хочу рассказать про небольшие минусы, которые возникли в процессе эксплуатации уже у наших клиентов. Сложновато отмывается, но в каких случаях? Забивается сама вот эта вот сетка. Опять же, она забивается не всегда. Если у вас полностью идеально сухое сито, вы, допустим, отмерили муку, просеяли, сито поставили на место, ни на мокрую тарелку, ни на влажную там поверхность, все в порядке. Вы муку вытряхнули, сито протерли, промыли, все хорошо. Но как только у вас в остатке муки попадает хоть капля воды, все, у вас получается мучной клейстер.
пока готовили, про все это забыли, за это время все высохло и нужно уже отмывать. Как отмываем? Либо посудомойка в помощь, если ее нет, то берем кран, хороший напор воды, сначала холодный, потом горячий, и просто вот это вот промываем, выбиваем под давлением воды. Я сама несколько раз так попадала, хорошо все отмывается. Почему данное сито вообще как бы, ну и клиенты любят, я сама им пользуюсь. Очень удобно тем, кто печет хлеб, пользуется хлебопечкой. Диаметр сита небольшой и очень удобно отвешивать муку непосредственно в хлебопечку. То есть вы ничего не просыпете мимо. Спокойно можно насыпать корицу, посыпать, то есть корицей посыпать какао, посыпать сахарной пудрой. Но если у вас что-то мелкое, допустим, сильно мелко намолотая сахарная пудра, через вот эти вот ячейки это все просыпается. То есть вы не, как бы не распыляете, как вам надо, а у вас просто прямотоком сыпется, вот, ну, как будто из мешка насыпаете. Это, вот, кстати, тоже один из таких минусов, что все-таки ячейка такого вот размера. Хотелось бы, например, в идеале, чтобы было два ситовых кейса с очень мелкой решеточкой и покрупнее для обычной муки. Ну, это уже нюансы. С учетом того, что данное сито сейчас стоит 149 рублей, и как мы говорили с вами в самом начале обзора, это самый минимальный ценник, это дешевле, чем даже на китайских сайтах. Оно того стоит. Кстати, вот за 8 лет данное сито подорожало всего на 50 рублей. Я думаю, многие согласятся, что за эти годы ценовой диапазон на все вырос намного-много больше. IKEA все-таки постарались, смогли удержать стоимость. Кстати, до недавнего времени, буквально еще в октябре-ноябре, на него была длительная акция, и стоило это сито всего 129 рублей. Поэтому периодически смотрите за акциями, можно купить удачный товар за хорошие деньги. Хочу подвести итог. Сито стоит этих денег. Звук, который оно издает, но совершенно не раздражающий. У меня ассоциируется с выпечкой, с вкусняшками на кухне. Рекомендую к покупке, сама пользуюсь, мама, свекровь, все подружки одарены давно таким механизмом, поэтому рекомендую. Кстати, совсем забыла сказать, вот, ну, лично для меня, чем удобно, не люблю пользоваться ложкой, накладывать стакан, у меня большие пакеты с мукой всегда, либо контейнеры, я вот так зачерпываю, сколько надо, с учетом того, что здесь есть риска, это удобно, то есть примерно зачерпнула, отсеяла, никакой лишней грязной посуды. Это еще один из плюсов. Ну что, спасибо за внимание. Всем пока, до новых встреч.